Охарактеризовать манеру работы автора, подобранную цветовую палитру, настроение картины. Одним словом, увидеть то, что порой ускользает от глаз неискушенного зрителя. О полотнах в выставочном зале художественной галереи Ольга Валентиновна говорит с восхищением, трепетом, любовью. Она умеет создать удивительную атмосферу, приоткрыть посетителям галереи дверь в многогранный мир искусства и творчества. Особая задача – показать этот мир маленьким саровчанам. Конечно же, мы все рисуем с детства, но приходя в художественную галерею, здесь, конечно, можно посмотреть, а как пишут взрослые художники, а что они используют. И снег не белый, и небо не всегда голубое. И вот эти открытия, первые шаги в изобразительном искусстве, это, конечно, очень ценно и огромная удача, что в Сарове есть такое художественное пространство. Художественной галереей Ольга Валентиновна заведует с момента ее основания в 2008 году, когда бывший кинотеатр «Октябрь» стал новым культурно-образовательным пространством Сарова. Встречи с художниками, творческие вечера, литературные гостиные, интерактивные занятия, кинопоказы и, конечно, вернисажи. История галереи богата на события. Многие проекты сохранились с момента основания. 15 лет насыщенной творческой жизни в стенах галереи сделали это место для Ольги Валентиновны по-настоящему родным. Художественная галерея – это, конечно, мир для всех, кто влюблен в изобразительное искусство. И для меня, конечно, в первую очередь, потому что я живу этим, дышу этим, я думаю об этом постоянно. И я очень счастливый человек, потому что я занимаюсь очень любимым делом, по-настоящему любимым. Работа Галины Лосевой далека от творчества, но также связана с людьми. Около 30 лет она работает с вопросами по земельным отношениям, консультирует горожан, помогает им разобраться с бюрократическими тонкостями, объясняет, например, как оформить право на земельные участки под огороды или гаражи. Новость о том, что Галина Георгиевна вошла в число 15 горожан, чьи портреты повесят на доску почета, ее немало удивила. К такому вниманию женщина не привыкла. Свою работу она любит за возможность помогать людям. Я считаю, что мы не работаем, а служим. Мне так кажется. Потому что мы служащие, и мы должны народу служить. Может, это громко говорится, но мне кажется, это так. Вот. И помогаем людям, оформляем документы, в каких-то вопросах помогаем, направляем. Я думаю, что мы доброе дело делаем. Мне так кажется. Портреты Ольги Ватулиной и Галины Лосевой украсят доску почета. Каждый июнь администрация обновляет фотографии. По традиции для доски выбрали 15 достойных горожан, достигших высоких результатов на профессиональном поприще. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.